Премия известного воронежского предпринимателя конца 19-го – начала 20 века Вильгельма Столля – престижная награда для современных бизнесменов. Она вручается с 2015 года. В этом году победители будут определены в основной номинации «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства», а также в номинациях «Лучший бизнес-старт», «Успешный молодежный бизнес» и «Бизнес, проверенный временем». Организационный комитет предпринимательской премии имени Вильгельма Столля 2019 сформировал общий шорт-лист, в который вошли 18 участников в 4 номинациях. Все они в очной форме проводили защиту своих бизнес-проектов перед взыскательным жюри, члены которого известные в регионе и за его пределами люди, на собственном опыте испытавшие все прелести бизнеса по-российски. Их, как говорится, на мякине не проведешь. Поэтому их окончательному профессиональному выбору можно доверять на все 100. Оцените общий уровень номинантов в этом году. Супер. Вот все, что были здесь, все достойны хоть какого-то приза, это точно. Все люди неравнодушные, молодцы, вот ничего не скажешь. И даже такое какое-то ощущение, что не все безнадежно в российской экономике, когда такие люди здесь у нас есть. Что отличает предпринимателя от людей других специальностей? Готовность взять на себя ответственность и риски. И отвечать за то, что ты делаешь. Не только за себя, но и за людей, кого он к себе позвал. Это уникальное качество людей. Быть готовым брать на себя ответственность – это очень здорово. Продолжите, пожалуйста, фразу. Самые главные страхи предпринимателя – это? Пережить первый год. Вот даже я человек активный, и во многих вещах, сферах бываю постоянно. Информационное поле у меня гораздо больше, чем у любого среднего гражданина. Но для меня вот многие проекты, вот здесь видел, это вещи уникальные. Даже хочется, вот, двоих я даже позвал посотрудничать, троим я просто аплодировал. И тем самым они же подталкивают, ну, условно провоцируют. Они их, других людей, которые говорят, видишь, у меня получилось. Вот в чем суть. Видишь, у нас получилось. Чего боитесь? Идите вперед. Имена победителей премии имени Вильгельма Столля станут известны в ходе торжественной церемонии награждения на предпринимательском форуме 24 мая на сцене Event Hall City Park Град.